рассказывай, ты только завтраками кормишь. А нечего рассказывать. Ну как это не о чем? Куда ходили, что делали? Как спалось у олигарха. В кроватке-то, а? А что сразу в кроватке-то? Я же не с гопником встречалась. В ресторан ходили французский. Шампанское пили. Французское? Ну уж точно не советское. Устриц ели из Британии. Что, прямо из Англии? Деревня. Британия — это провинция Франции. А устрицы — это ракушки такие, их надо лимоном поливать и живыми с хлебом есть. Фу, живые? Да. И что, вкусно, что ли? Да едало и лучше. Это интересно, когда? А, наверное, когда с Мишкой мороженое ели, да? Сеанс закончен. Ой, подумаешь. Что? Это первый и последний раз, ясно? У меня Мишка есть. Короче, такой расклад. Коня ранили, а Мишаню твоего в картер загребли. Еще и срок добавят, будь здоров. Что же я наделала? Тихо ты! Есть выход. Какой? Выкупать его надо. Сколько? Сколько? Не знаю, сколько. Если за жизнь рядового гражданина нужно 8 штук на заказ, то тут десятка нужна. Вы не положим. Так где же столько взять? Есть одно серьезное дельце. Завтра в 2 заедем. Идем. Твоя одежда? Даже можешь не упираться. 30 человек подтвердили, что да. А вот этот вот кусочек от твоей одежды мы нашли на месте преступления, в парфюмерном магазине. Уводить. В интернате номер 2 нам неохотно шли навстречу. А вас я отмечу в своем рапорте. Большое спасибо тебе. Леонид Константинович, можно? Да. Я по нашему делу вот подготовил бумаги. Все идет по плану, как мы и предполагали. Что еще? Встреча на лондонском форуме подтвердилась. Звонили с телевидения. Материал с вашим интервью о заводе, как вы хотели, пройдет через 2 недели. Все? Все. И это, Савельева, еще не все. Ты ведь не впервые с законом шалишь? Я не понимаю. А я тебе сейчас все объясню. В декабре прошлого года ограбление супермаркета в составе бандитской группировки вынесли 200 тысяч. Март – ограбление магазина бытовой техники более 1 000 000. И апрель – 2 случая в универмаге. Да, забыл, конечно же, свежачок. Парфюмерный. А почему вы решили, что все это я? Послушай, у меня этих дел вагон и целая телега.
И всех их я повешу на тебя. И если ты чистосердечно не признаешься в этом и вот в этом. Я этого не делала. Ну что ж, хорошо. Тогда пойдешь по 158 и 161. А вот этого тебе хватит до скончания века. Или ты думаешь, что тебя пожалуют по малолетке? Можешь даже не надеяться. Выйдешь оттуда такой красавицей. Женская зона, она пожестче мужской. Там после 14-часовых смен вряд ли сможешь ребеночка вынести. Пиши. Это твой последний шанс. В камеру ее. Проходим. Савельева, на выход. Куда? Куда все рано или поздно попадают. В тюрьму? На волю. Выходим, не задерживаем. Наталья Николаевна. Наталья Николаевна. Здрасте. Ой, здравствуйте. Меня зовут Оля. Если вам что-нибудь понадобится, можете мне позвонить. Обед через 10 минут. Угу. Вот, подождите. Да. А где моя одежда? Вы наденьте это. Леонид Константинович сказал, что оно должно быть вам впору. Мне нужна моя одежда. Та, в которой вы были в тюрьме? Ну, вы же понимаете, что мне здесь нельзя ходить. У нас строгие правила, они не обсуждаются. Я тут жить не собираюсь. Хорошо, я вас поняла. Вашу одежду выстирают, высушат и принесут. Это быстро, не волнуйтесь. Что-то еще? Я могу поговорить с Леонидом Константиновичем? Он в это время уже давно в офисе. Вы хотели передать ему что-то? Нет. Thank you.
аппетита. Скотина на наш отдел сейчас проверку повалит. Ты у меня на зону чистеньким поедешь. Да? Наталья Николаевна, я должен отвезти вас обратно в детский дом. А разве я не вижу сегодня с Леонидом Константиновичем? Таких указаний не было. Прошу вас. Леонид Константинович, ну все, Слава везет ее в детский дом. Я вижу. Как прошел день? Без приключений. Вопросы задавала? Ну, Ольга сказала, что хотела, но не решилась. А платье? Было впору. Так. А что там с этим парнишкой? Согласился. Как мы и предполагали. Значит, оказался сговорчив? Более чем. Обрадовался даже. Сделал выбор легко. Значит, может, и не было такой проблемы, что выбрать. Ха, правильно. Тангенс умножить на котангенс равняется единице. Ну, а дальше делаешь преобразование. Алло. Ты меня слышишь вообще? Ну, да. Балбес. Но опять же пару получишь. Ой, да что там преобразовывать, там 35 получится. Ты что, подсмотрел? В уме посчитал. Точно? Точно. Ванька, Ванька, у тебя такие математические способности. Ты мог бы в физмат-школе учиться какой-нибудь. Угу. А потом прийти преподавать в детдом за копейки, да? Почему? Мог бы сделать блестящую карьеру, я бы тобой гордилась. Ой. Слушай, в кого ты такой балбес уродился? Слушай, может, у нас с тобой разные родители, а? Ну, тебе он правильненький такие, ты он в компьютерах разбираешься. А меня панк-рокеры подкинули. А перед этим пару раз уронили по пьяни. Знание, сила. Ты слышал такое вообще выражение? А, это знание через силу. Ух ты! Что, тетя? Девушка, ну нет такого. Нет. Не задерживайте других. Пожалуйста, проверьте еще раз. Бавыкин Михаил, он просто не мог никуда деться. Да проверяла, нет. Умер, освободился, не знаю. Идите спрашивать у начальства. Следующий. Девушка, я не знаю. Спасибо. Мало тебе, что тебя отпустили. Так ты еще и за другом своим пришла. А не боишься, что я тебя здесь оставлю? Папочка-то твоя на месте. Просто скажите, где он, и я уйду. Отпустил я его. Отпустили? Не веришь в чудеса? А, видишь, и я не верю. Но за мэра, чей катер он угнал, заявление забрал. Жена таки у вас покровитель-то хороший. Тебя отпустили, мэра прогнули. Бавыкин твой на свободе. Так, тогда где он? Да откуда я знаю? Обрадовался так, я тебе забыл. Чего ты смотришь, стоишь? Давай иди, свободно. Пока свободно. Thank you.
Вообще ни о чем. Лапа, глянь, малая. А я слыхал, тебя в СИЗО замели. Отпустили уже. А что такая смурная? Что, пацана жал? И его тоже отпустили. Не боитесь, не сдала я вас. Чувак, чья яхта была, заявление забрал. Не захотел мараться от детдомовских. Значит, судьба. А у нас тут аптека нарисовалась. У хозяина бабла? Нет. Слышь, Мулань, ты хоть дослушай, ты вообще ни о чем. Нет. А что так? Я больше на дела ходить не буду. Перевоспиталась, что ли? Я больше никогда не сделаю ничего того, из-за чего меня смогут посадить в тюрьму. Вообще ни о чем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты же вроде как в салон собиралась? Я перенесла, позже поеду. А... Это я тебе говорил, помогай ребятам. Сбор средств в пользу сирот из детского дома. Я что-то не помню. Ну как же, я говорил. Из интерната? Да. Ну это, конечно, очень важно. Вы не думайте, много не нужно. Главное, чтобы помощь была регулярной, чтобы тогда детдомовцы смогут себе позволить купить книги, диски с хорошими фильмами, билеты в театр. Это так все немного стоит, но очень много значит для нас всех. И что, ты уже помогал? Да. Ну, первый раз случайно как-то, а потом да. Я даже не ожидала от тебя. Вы подождите минуту, я сейчас. Минутку. Как обычно. Вот. Спасибо вам большое. И это нет. Спасибо вам от всех нас. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Я сам. До свидания. Всего доброго. Ну, спасибо, сынок. А спасибо, ты за что? Ну, это очень неожиданно, но ты молодец, я тобой горжусь. Спел песню, соловей ты наш. О. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Моя тушь, Леонтьева! Ты что, совсем обнаглела? Думала, я не узнаю? Не наглей. Я ее вчера в ларьке у супермаркета купила. Чек показать? Да, покажи. Смотри, невеста олигарха пришла. Или капитана дальнего плавания. Я что-то уже запуталась. Ну, не все равно, у кого подстилкой быть. Ну, не скажи, олигарха. Ну, что ты хотела? В морду дать? Так попробуй! Тащи! Ладно, Леонтьева, не нарывайся. За ней сейчас лимузин приедет, а нам тут еще жить. Успокойся, ты что? Господи, да где он? В училище говорят, что уехал, но не говорят, куда. На место встречи не приходит. Почему он хотя бы не позвонил? Ну, подожди чуть-чуть. Сколько мне ждать? Я даже не знаю, жив он или нет. На Амазов что? Не звонил. Ладно, пойдем. Thank you.
занимаешься? Ничем не занимаюсь. Тамара вызывала. Отправляет на факультативные курсы при мединституте. Здорово. Да, так есть шанс поступить на психологию на бесплатно. Ты не рада? Да нет, почему? Рада. Просто как-то на душе тревожно. О, вот эта прогульщица. Угу. Ксюха. Ксюх, ты чё? Ксюх, что случилось? Хорошая. Малышка, нам ты можешь рассказать? Ваня. Что с Ваней? Наркоманит. Серьезно, твой Ванька? Мне даже деньги нужны. Где он их берет? Его кто-то посадил, ты спросила? Да не успела. Не скажет он, если сам не рассказал. Значит, надо самим узнать, пока не поздно. В клинику надо. В городе есть клиника, именно подростками занимается. Вот. Ксюша, он ведь недавно наркоманит, верно? Значит, есть еще шанс. И мы его используем. Точно знать, чего хочешь. Если принял решение бежать, то надо бежать. Так как ты прыгаешь с обрыва в реку без оглядки. Я принял решение. Поеду поступать на капитана дальнего плавания. А любовь — это только часть нашей жизни, и для мужчины не самое главное. Прости меня, Наташа. Ты сильная, и еще встретишь своего человека. Удачи тебе. Вань, я тебя прошу, давай попробуем. Но у тебя ведь молодой организм. Еще скажи, растущий. И скажу! Я теперь не только скажу, я и сделать могу все, что угодно, только бы вытащить тебя. А если не поможет? То я найду, кто это сделал с тобой, и убью. Его убью. Их всех. Сколько их там? Ты что, с ума сошла? Даже не думай! Вань, скажи мне, кто они? Пообещай мне не влазить ни в какие разборки. Я пообещаю, если ты согласишься лечь в клинику. Хорошо, я подумаю. Вань, скажи мне, кто они? Вчера поговорили. Вроде согласился. Ну, как-то. Что значит как-то? По-моему, он просто испугался. Чего испугался-то? Просто я ему пообещала, что если не вытащу его, то найду тех, кто подсадил его на Герыч. И он испугался, что... Что? Что Ксюха проживет еще меньше, чем он. Да плевать мне. Если с Ванькой что-то случится... Ничего, плюнуть сюда успеешь. У нас план есть. Звонила? Да. И договорилась. Нас ждут. Прекрасно. Значит, едем на шашлыки. В смысле? Едем на шашлыки, это для Вани. Подъезжаем к клинике. Там он уже не сможет отмазаться. Согласна? Ну да. Хорошо.
Сейчас их подъем. Лаврова, натягивай сильнее шнур. Тоня, возьми витой шнур, сделай несколько узелков, будет лучше. Ну, здесь, как всегда, хорошо. Савелий, Наташ, ну, у меня просто нет слов. Тамара Николаевна. Да. Савельеву срочно. Личная просьба Леонида Константиновича. И машина уже ждет. Я поняла, спасибо. Савельева, отложи свой шедевр. Тебя ждут. Здравствуйте. Здрасте. Добро пожаловать на борт. Не ожидали? Но вы же куда-то пропали. А вы скучали? Я хотела поблагодарить вас. Ну что ж, благодарность – продукт не скоропортящийся. Благодарите. Спасибо. Спасибо, что помогли мне тогда. А, вы об этом? Да не за что. Прошу. Проходите. Наташа, не хотите к штурвалу? И как? Давайте левее. Смелее, смелее, смелее. Стоп, стоп, стоп. Это много. Не получается. А сразу не должно было получиться. Главное, верить в себя. От меня не так многое зависит. Это так и не так. Все всегда лишь вопрос выбора. И только от вас будет зависеть, будете ли вы управлять яхтой мыса Горн или… Или? Или будете всю жизнь варить щи своему мужу середнячку. Вы зачем это сказали? Чтобы перейти к тому, что я хотел… Чем я должен вам признаться? Я ведь тогда не только вас вытащил из камеры, но и вашего приятеля, Мишу Бавыкина, кажется. И? Ну, не стоит благодарности, это я сделал скорее для себя. Что вы сделали? Я просто сделал ему предложение. Или вы, или обучение в морской академии. Вы не имели права этого делать. Это моя жизнь. Он сделал свой выбор и сделал не вашу пользу. Вы что, хотели провести жизнь рядом с таким человеком? Это подло. Я хочу на берег. Выпустите меня. Все и всегда лишь вопрос выбора. Не все в жизни продается. В таком возрасте это даже не заблуждение. Свининку, надеюсь, взяли? Не, собачатину. Ну что, малая, пожаришь нам собачатину? Малая. Что? Собачатину пожаришь? Да? Не, чурмяса буду жарить я. Да вообще ни о чем, малой. Хочешь, сам парься. А где жарить будем?
А Мозоль знает место на берегу. Да, Мозоль? Да, короче, там лес, речка, все дела. Берез, сосняк. Вы, похоже, не определились или не договорились? Да нет, договорились. Берез. Угу. Подождите, а почему в сторону центра едем? Речка в другой стороне. Ну-ка, останови. Мозоль, не вздумай останавливать. А, что на шашлычки едем, да? Дурочки, с вас самих шашлычки сделают. Останови, тебе говорят. Пацан, вообще ни о чем, понял? Вань, поговоришь с доктором, сам решишь, что делать дальше. Ты же согласился. Я сказал, что подумаю, но не сказал, когда. Дура, куда вы лезете? Все будет хорошо, Вань. Я завязан с людьми, которым нельзя светиться. Ты расселся, казнина, вылазь! Дверь заблокировал, глаза в пол, язык тут дальше. Ваня! Ваня, куда вы? Оставьте его в покое, мразь! Я ненавижу вас всех! Дверь открой, я сказал! Мозоль! Да не ори, на, открыл! Ментуру не вздумай звонить! Ксюш! Ксюша! Ксюш! И как они узнали? Да следили за нами. На имя Вани уже палата была зарезервирована. Надо ментам звонить. Ксюш, не надо ментам звонить. Если они узнали про больницу, узнают и это. И Ваньку вообще могут убить. Ксюш, оставьте меня! Оставь ее. Мозоль, отвези Аню домой, пожалуйста. Не надо, я сама. Да ведь должен же быть какой-то выход. Этот выход Ваня сам должен найти. А мне надо сделать выбор. Вы простите меня, девчонки. Да что я о чем? Миша сделал свой выбор, и мне пора. В догадках, зачем мне позвонили. Вроде благодарить больше не за что. Оказалось, есть за что. Избавили меня от проблемы выбора. И что мне теперь делать, чтобы вы не исчезли из моей жизни? Может, показать дорогу к мысу Горн? Ну, тогда перейдем для начала на «ты». Так что завтра ничего не получится, прости. Да ничего, я понимаю. Я уезжаю по делам до следующего вторника. И у меня тебе будет на эту неделю, как бы сказать, просьба, маленькое задание, что ли. А какое? Оставь нас. Ты пришла ко мне, потому что поняла, что нужна мне. Ты стала нужна мне с тех пор, как я увидел тебя. Но мне необходимо знать, нужен ли я тебе настолько сильно, как ты мне. Наташ, у меня есть и друзья, и любовницы, и объекты для благотворительности –
Но я тебя хочу большего. Ты понимаешь, о чем я? Я... Ты не отвечай сразу. У тебя есть неделя хорошенько обо всем подумать. Угу. Помоги мне, дай мне хоть что-то. Я помогу, только ты мне помоги. Хорошо, сделай все, что ты захочешь. Я скажу, что делать, потом. Как писал Антон Павлович Чехов, в семейной жизни самый важный винт – это… Любовь. Так, давайте не будем спорить с классиком. За молодых! Шампанского. Держись за меня. Просто держись за меня. Я боюсь, если ты меня отпустишь. Я не отпущу тебя. Никогда. Я так счастлива.
Я тоже счастлив. Ты даже не представляешь, как я счастлив. Доброе утро, Леонид Константинович. Поздравляю вас. Совет, как говорится, да любовь. Спасибо. Извините, даже не думали, что вы сегодня соберетесь. Так просто пришли на всякий случай. На будущее я никогда не меняю своих планов. Понял. Доброе утро. С добрым утром. Кто из них в прошлый раз рису упустил? А, вот этот рыжий. Рыжик. Ну что ж ты так нас подвел? Хороший.